Будучи очевидным представителем казахстанской богемы, писательница Карина Сарсенова никогда не пропускает различного рода творческие ивенты и часто даже сама становится их организатором, как и в этот раз на выставке художника Юрия Зобака. С Юрой мы сначала познакомились через творческое сотрудничество. Он нарисовал графику, а потом и картины на мои стихи. Потом он проиллюстрировал вот эти вот уникальные сборники поэтические на мои стихи. И в течение сотрудничества, в течение работы у нас зародились уже теплые дружеские отношения, чувства. Но, как известно, писательница в одиночестве на такие мероприятия не приходит. Обычно компанию Карине составляют ее подопечные – артисты продюсерского центра KS Production. Я обратила внимание на эту картину. Каждый артист мечтает быть звездой, а здесь кажется, что звезду можно поймать прямо с небосклона. Я заметил то, что эти картины очень с глубоким смыслом, и видно то, что человек, который писал эти картины, прожил очень такую насыщенную и, можно сказать, наверное, непростую жизнь. Ну а герой вечера художник Юрий Зобак прокомментировал свое творчество следующим образом. Все говорят, что я сюрреалист, а я думаю, я, скорее всего, сказочник. Добрый. Художник остался довольным тем, как прошел вернисаж, и признался, что надеется на дальнейшее сотрудничество с писательницей и продюсером.